Всем привет из Москвы, из Сокольников. Мы находимся на выставке Moscow Dive Show 2019 на стенде компании Sunda, которая представляет в этом году новый дайверский прибор D5, о котором нам красочно и подробно расскажет представитель компании Максим Проскурин, дайвер. Всем добрый день. Да, вкратце попытаюсь быстро пробежать по новому прибору. Sunda выпустила компьютер в формате наручных часов, традиционный для себя, но этот компьютер уже в полном цвете. Скажем так, это продолжение семейства ION, поскольку такой же софт, весь алгоритм управления работой компьютером, так же, как на старших братьях ION Steel, ION Core, полноцветной дисплей, то есть компьютер заточен также под фридайвинг, работает с трансмиттером. Трансмиттер какой? Танк-под. Танк-под, который весь идет к семейству ION. Да, очень хороший новый компас, который работает, в принципе, вот даже при вертикальном склонении, то есть работает очень четко. Сейчас у меня часы поставлены в режиме фридайвинг, да, то есть они показывают глубина, текущее время, здесь направление, ну и интервалы на поверхности, да. То есть очень довольно легко переводится из одного режима в другой. Режимы Free, Gauge, Air, Nitrex. А какая у него батарея? Меняется или все-таки это аккумулятор? Аккумуляторный прибор, да, он подзаряжается. К сожалению, так как прибор очень новый, с ним еще не получилось нырнуть. Я очень надеюсь, что после выставки совершу пару подледных погружений с этим прибором. Но вот пока зарядка у меня держит уже неделю. Да, вот я их зарядил перед выездом сюда за пару дней. Да, то есть как бы вот завтра уже будет неделя, вот у меня только половина заряда израсходована. Максим, а еще об этом приборе говорили, что у него какие-то интересные новые ремешки для дайверской линейки. Да, скажем так, идея быстросменного ремешка, да, Sunda воплотила именно на этих приборах, да, то есть, как видно, да, ремешок меняется довольно просто, легким движением руки, да, то есть элегантные брюки превращаются в элегантные шорты. Берется другой ремешочек и также легким движением руки. Дополнительные бывают силиконовые, да, тканевые, где-то кожаные. Даже вот они представлены все на стенде. Разных цветов, фактур, расцветок. И что интересно, эти ремешки идут в трех размерах. То есть ваш длинный вот этот хвостик есть размер S, M и L. То есть мы ушли от удлинителей. Для рекреационного дайвинга, для любителя, кто, скажем так, хочет подчеркнуть свою принадлежность дайверскому сообществу, да, и вот в формате часов я считаю, что очень хороший компьютер, очень привлекательный, четкая графика, да, насыщенные цвета. И соотношение цены, я считаю, что очень хорошее приобретение. Цена пока заявлена у Sunda грядущая, это 600 евро. 599 евро. Ну, это около... Рекомендую, розничная цена, это где-то в районе 45 тысяч рублей. Ну, то есть, в принципе, порядок как у Иона, у шестерки. Это да, это дешевле, чем Ион. Это где-то в районе, как вот раньше стоила шестерка, традиционная шестерка. Что ж, тогда будем ждать ваших погружений с новым прибором, отзывов. Сам жду с нетерпением. Все, увидимся. Да.